Если я чувствую, это не значит, что я наполняю себя. Но если ты чувствуешь, что ты чувствуешь, мы говорим о наполнении духовного кли. Наполнение духовного кли — это та мера отдачи, на которую человек способен. Ты женат? Женат. Дети есть? Ты видел свою жену, как она наслаждается, как она наполнена тем, что ее ребенок как следует поел? Это ведь наполнение, которое она ощущает от того, что он сыт. Посмотри, как она довольна. Это значит, что благодаря любви наполняют другого, и тем самым сам наполняешься. Наполнение в духовном — это и есть отдача. Насколько я наполняю ближнего, в этой мере я измеряю собственное наполнение.